С помощью этой маленькой камеры распознаются лица всех, кто заходит в школу. Педагоги, школьники и родители отображаются на мониторе компьютера. Турникет открывается только в том случае, если человек есть в базе данных. Случайных посетителей здесь, в 41-й школе, быть не может. Школа стала более безопасной, более защищенной. Родители довольны, их дети под постоянным присмотром, под наблюдением. Кроме того, мы в дальнейшем планируем, чтобы была полная интеграция с системой электронного журнала «Сосу-РСО». И данные о приходе детей в школу и о их выходе из школы поступали в электронный дневник и путем СМС в различные мессенджеры для родителей. Кроме распознания лиц, у всех входящих автоматически измеряется температура. Тепловизор встроен в камеру. Здесь установлено 4 турникета и 8 видеокамер. Самара стала первым городом в России, где появилось такое оборудование. Благодаря пилотному проекту «Безопасный регион». Такая система может быть апробирована в принципе в любом учреждении, где имеется массовый доступ людей. Это могут быть предприятия, это могут быть и высшие учебные заведения. То, что касается системы тепловизионного контроля, то это могут быть в принципе любые учреждения с массовым доступом людей, начиная от, как вы видите здесь на примере школ, заканчивая театром, кинотеатрами, ну и другими местами массового скопления людей. Чтобы установить такой комплекс в учебном заведении, нужно обратиться в администрацию школы, либо оставить заявку на сайте правительства региона. Мария Левина, Максим Гусев. События.